Славянске на Кубани продолжают свою работу детские площадки. Это одна из самых распространенных и доступных форм летнего отдыха. Они организованы при домах культуры как в городе, так и в сельских поселениях. Школьники в течение всех каникул с пользой проводят время. Играют, занимаются спортом и просто общаются. На таких детских площадках с пользой провела время и наша съемочная группа. Соня Калмыкова каждый день уже на протяжении 2 недель ходит на детскую площадку. «Солнечная страна», а именно так она называется, стала любимым Сониным местом для интересного отдыха. И, как говорит сама девочка, неправда, что лето в городе – это скучно. Ведь дни на площадке проходят быстро и весело. Мне очень нравится на площадке, потому что здесь много играешь, много настольных игр, можно поиграть. Здесь нас еще больше, чем вот как-то во дворе поиграешь. Больше и, мне здесь больше нравится. Детская площадка – место встречи, общения, игр. Здесь каждый ребенок находит себе увлекательное занятие по душе. Есть возможность попробовать себя в роли ведущего, судьи, режиссера, сценариста. Хочешь заниматься спортом – играй в футбол, волейбол, теннис. Вожатые на детской площадке стараются разнообразить каждый новый день. Конкурсы на лучший рисунок, лучшее стихотворение, песню или танец – каждый найдет для себя интересное занятие. Мне очень нравится тут. Играем много, друзей много тут. Куда серийно играем, чего хотим. Шахматы, шашки, вышибала. Несколько сотен ребят уже посетили детскую площадку при городском доме культуры. И несмотря на то, что до конца летних каникул остались считанные дни, мальчишек и девчонок трудно удержать дома. Они с огромным рвением бегут на площадку к своим сверстникам. Мне больше всего нравится играть в убивного. Мне тут весело, и день у меня проходит быстрее. Отправившись на детскую площадку в сельский дом культуры Протокский, наша съемочная группа убедилась, что не только в городе можно интересно и весело провести летние каникулы, наполнив их яркими впечатлениями. В Протокском поселении организация на летней площадке по разным направлениям. У нас и спортивные мероприятия проходят, и творческие часы проходят, читающие дни проходят, музыкальные дни проходят. Дети с удовольствием играют, с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях, поют спортивные мероприятия. Вот недавно у нас прошел День физкультурника, очень много детей было, были победители. Лепим хорошие работы, обязательно нас поощряются сладкими призами. Валентина Орловская рассказала, что детям на площадке скучать не приходится. 2 часа в день с 10 до 12 у ребят насыщенная программа. То турнир по шахматам, то игры на свежем воздухе, то тематические занятия. День сказок, день книги, день физкультурника и другие не менее увлекательные мероприятия. 3 месяца лета – самое счастливое время для всех детей. Можно быть уверенными, что школьники проводят его с пользой и большим удовольствием. Надежда Неткачева, Александр Косиц.